Уважаемые жители городского округа Воскресенск и гости нашего муниципалитета, я заместитель главы администрации городского округа Воскресенск Московской области Курбатова Анастасия Владимировна. Я обращаюсь к вам, призываю вас, придите и провакцинируйтесь. К сожалению, ситуация с заболеваемостью становится хуже. Буквально за неделю госпитализация по Московской области увеличилась в два раза. Неделю назад цифра госпитализации в сутки была чуть более 800 человек. На сегодняшний день за сутки госпитализируется более 1600 человек. Цифры ощутимые. Ситуация в городском округе Воскресенск тоже ухудшается. Это связано во многом с низким процентом вакцинации населения. По Московской области цифра вакцинации составляет более 30%. К сожалению, в городском округе Воскресенск на сегодняшний день чуть более 25%. Этого недостаточно для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Это недостаточно для того, чтобы мы справились с этой болезнью. Еще раз, уважаемые жители, гости, приходите, вакцинируйтесь. У нас работают 7 постоянных пунктов вакцинации, 1 круглосуточный пункт вакцинации, работают мобильные пункты вакцинации. Отдельно обращаюсь к работодателям. Позаботьтесь о тех, кто у вас работает. Можете оформить коллективную заявку и пригласить мобильную бригаду для вакцинации ваших сотрудников на предприятие. Сделайте так, чтобы общество стало здоровее и благополучнее. Каждый из жителей, из гостей городского округа может выбрать для себя любую из трех прививок. Я прививалась Спутником V. В декабре 2020 года первым компонентом и в январе 2021 года вторым компонентом. В настоящее время я задумываюсь о второй вакцинации. Наше здоровье в наших руках. Приходите, вакцинируйтесь, приводите своих знакомых, друзей, близких. В наших руках здоровье.